У Лизермана есть маленький минус. У большинства лизерманов. Про все не могу сказать, а про те, которые я, скажем так, держал и использовал. Значит, у них начинает клешня работать более туже. При вот таких вот действиях. Допустим, я что-то обрезаю. Проволоку там. Не знаю, в данный момент я начинаю резать стяжку. И вот эта клешня начинает, скажем так, более туго закрываться, открываться. В принципе, это лечится очень быстро. В этом месте есть, скажем так, гнездо для обрезания тяжелой проволоки. Один раз обрезаем. Ну, в данный момент стяжка просто слишком широкая для ее обрезания. И начинает работать дальше нормально. В принципе, в некоторых ситуациях, вот это вот более, когда начинает туго закрываться, открываться, удобнее, если мы работаем им как ключом. Вот здесь что-то захватываем, какую-то гайку и крутить. Иногда вот эти разваливающиеся клещи, я еще раз говорю, в некоторых ситуациях, не во всех, очень слишком большие неудобства создают. Так, далее. Так как я этот лизерман все равно продаю, сейчас расскажу про него. Он был ушный, но пользовался я только серрейтером и только по мягкому материалу, теплоизоляция по трубам. Нож вообще идеальный. Основным ножом я не пользовался ни разу. Ни разу не пользовался, он ни разу не точился. То есть он идет идеальным. Правда, в работе у меня был напильник. Так, это не напильник. Напильник с какой стороны? Я сейчас посмотрю. С этой. Снимал я кое-какие заусенцы, но и то тоже немного. Вот видно, что он почти новый. Всеми остальными деталями я не пользовался. Сейчас подостаю, покажу. Так, это у нас нож, я показывал. Консерв, открывалка, я никогда в жизни ничего не открывал. Новенькая. Отвертка, я не помню. Может, пару раз там что-то выкрутил. А, да, пару шурупчиков на хомутиках. Ну, такие легкие закручивания. Здесь идет кольцо. Ну, для поддержания. Значит, битодержатель здесь. Нормальный такой лизермановский. Под съемные биты. Большой плюс. У этой модели имеется еще переходник. Который подходит под обычные биты. Так, сейчас я одну биту засуну. Защелкну. Так, с этой стороны у нас... А, немного пользовался шилом. Скажем так, совсем чуть-чуть. Никаких таких больших нагрузок не было. И немного пользовался вот этой маркировкой. Открывал пластиковые заглушки от канализации. Эта отвертка не пользовался совсем. В общем, практически новые. Только я говорю, есть минус. Но это не только у этого лизермана. У большинства клешня начинает тут же работать, если мы что-то обрезаем. Проволоки я не обрезал, правда. Ну, я не помню, там какая-то там мелочь была. Я попробовал и смотрю, они тут же работают. Тут же в этом месте есть закус, зажим, скажем так, проволоки для тяжелых случаев. Я откусил, они начали легко работать. А рядом с обжимкой для проводов. Тут два гнезда. А так вообще вещь.